Перед началом этого видео, дорогой друг, не низ, поставь большой пальчик вверх под этим видео, потому что сегодня у нас ферма железа, дешевая, эффективная, заточенная под последнюю версию Майнкрафта. В конце видео расскажу, как чинить баги, которые возникают при работе такой фермы, так что смотрите видео до конца. Поехали! Для начала строительства нашей фермы нам понадобится 4 стака любых строительных блока, 40 штук либо заборов, либо стен, 3 полстака пол стекла, 6 обыкновенных люков, 1, 1 ведро лава и 2 ведра воды, 3, соответственно, таблички, 6 жителей и 2 зомби, 2 непосредственно бирки, бирки легко купить у насатах или выловить, Наковальня, конечно, понадобится. Два уровня опыта, шесть э, кроватей и шесть рабочих мест для ваших насадок. Причем любых. Это могут быть и книжные полки, это может быть шесть бочек. Это может быть одна бочка, одна наковальня, одна точильный камень, одна лекторная и так далее. Неважно, 6 рабочих мест для насадок. И я вам очень советую сделать себе еще строительные лица. Это не обязательно. Теперь... Так, поехали, шаг первый, нам нужно построить платформу для спавна, давайте голема у нас будет спавниться здесь, значит мы ставим 11 блоков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 заменяем красным блоком для удобства, Ставим один блок сюда и сюда. Теперь нам нужно поставить, э, продлить эту платформу. Для этого ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот эта центральная штука это 8 штук. Точно таким же макаром продлеваем нашу платформу сюда и продеваем сюда. Дальше начинается веселье. Дальше нам нужно поставить вот такую загогулину вот здесь. И все это аккуратно вокруг ставим сюда наши заборчики, ну или какую-то стеночку вокруг. И все это вот так вот, вот так вот и идет туда. Теперь непосредственно ломаем вот эти временные блоки у нас получается классная кривая вандервафля. Сюда заливаем раз, два, три, три блока воды. Вот так вот. И знаете, наверное, наверное, надо все-таки вот так сделать. Да, чтобы там не... Ой, ой боже мой, какая, как некрасиво получилось. Я понял, в чем смысл. В 1.15.2 вода стала работать по-другому. О, вот так гораздо лучше выглядит и никуда ничего не растекается Отлично Теперь становимся на красный блок И приспокойненько падаем вниз Сюда, отлично Значит теперь копаем раз, два, три, четыре Четыре блока глубиной Раз, два Раз, два и Делаем такую дырку Теперь два блока сюда копаем Раз, два, три, раз, два, три на четыре блока сюда. И здесь мы выкапываем четыре блока в ту сторону. Тут нам немножечко помешала нашему счастью вода. Ничего. И не, так, и не такое обломоре. И сюда него. Короче, договорим, у нас сейчас будет дырка 5 на 5. Просто дырка 5 на 5. Давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, 4. Ну, в общем, короче, получился 5 на 5 квадратик. Отлично. Теперь мы разливаем воду в этом конце. Она растекается и утекает сюда. Здесь мы ставим три таблички. Сюда, сюда и сюда. Да. Угу, все правильно. Достаем нашу лаву. И дропаем лава каст вот сюда. Отлично. Теперь делаем дырку под этим лава кастом вот здесь. И находим вот этот угол. На самом деле вы можете разлить лаву в любом углу. Всегда лава должна быть в противоположном углу. То есть воду можно разлить и здесь, лаву поместить здесь. Или наоборот, здесь воду, а здесь лаву. Без разницы. Дальше мы копаем до лавы. Где она тут? где-то в пятом блоке должна быть. О, да, идеально. И сюда. Здесь мы сделаем себе сбор лута. Вы можете просто стоять сами здесь, вот здесь, и собирать железо. Оно будет падать сразу на вас. Бесплатно. Если у вас немножко железа есть, и вы немножечко себя любите, можно поставить все-таки воронку. Вот таким образом. Чтобы воронка. В этом месте тогда воронка будет собирать железика, который будет сваливаться сюда и отправлять в железный сундук. Так тоже вариант. То есть, ну, еще раз: воронка не обязательно. И мы строим комнату для жителей. Возвращаемся к заднице, откуда течет вода. Здесь поднимаем на один блок. Потом раз, два, три. Раз, два. Кажется, так. Да, все правильно посчитал. Запомнили, как это выглядит. Теперь удаляем все вот эти блоки и оставляем только вот этот блок. Его мы окружаем стеклом с трех сторон раз, два, три. Вот так вот. Нет, давайте вернем наш блок. После этого нам нужно поставить блоки вот таким вот образом. И почистить здесь, заклеить территорию раз, два, три, раз, два, три. То есть вот так оно будет расположено. Запомнили. Теперь непосредственно здесь еще один блок поставили. Классно, клево, интересно. Так, дальше мы ставим три кровати. Вот таким вот образом. Раз, два, три. Дальше мы ставим рабочие столики для насатых. Раз, два, три. Запомнили. То есть сначала три кровати вот таким вот образом. Дальше три рабочих блока. Вот таким вот образом. После этого дальше мы ставим два блока вот сюда, от нашего стекла, два блока сюда, ставим наш тре-люк удаляем блоки, ставим люк, и люк зависает здесь. У нас получается такая классная дырка, в которой будет застревать носата, и не знаю, как отсюда выбраться. Поняли смысл? Нафига мы все это построили? Как сюда загнать носатых, если они находятся внизу, а вам нужно и поднять наверх? Для этого я предпочитаю использовать водяные лифты. Как водяные лифты работают, я вам уже рассказывал в прошлой серии. Просто строим огромный водяной лифт, подгоняем его 4 на 4 блока. Вы можете загонять на сатах наверх, как вам удобно. Понимаете, водяной лифт это только один из многих вариантов, который я люблю. И сейчас я вам дострою его. 4 на 4, точнее 2 на 2. Ага. Здесь мы территорию огораживаем, чтобы носатые никуда не сбежали. И, наверное, да, вот сюда, вот так, вот так, вот так и вот так. Вот сюда носатый должен попасть. Вот сюда, ага. Теперь, после этого мы забираем, заливаем этот лифт, начинаем строить. Дальше, допустим, вы на строителе носатого, ловите его в лодку. Я сказал, ловите его, его лодку. Носатый, давай, 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 давай. давай. О, все. Садимся, тащимся в лифт 2 на 2. Давай, 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 давай. не умирай. Все, отлично, есть контакт. Носатого Но мы подняли с помощью водяного лифта. Осталась самая сложная часть в этой истории. Давайте, я не знаю, может быть... А, лагает. Давай, 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 давай. двигайся, тебя там ждет великая дырка. О, все, 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 все. Так, мужик, тогда давай, 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 давай. Просто пихайте. Все, мужик в дым, мы занимаемся, собственно, зомби. Смотри. Находим нашу хвост. Вот здесь ставим. Раз, два, три, четыре, пять. То есть вот так вот. Запомнили. Дальше удаляем вот это. Здесь ставим вот этот блок. Вокруг него ставим стекло здесь. Ставим строительные блоки вокруг. Ставим стекло вот здесь. Ставим раз, два строительные блоки вот так вот. Сюда ставим трэп-дор, ставим еще один блок и еще один трэп-дор заворачиваем. Дальше внизу ощеем наше пространство. Получается вот такая вот непонятная хейновина. Это ловушка для зомби и не забываем еще поставить полублок сверху, чтобы там на этом блоке не заспавнилось что-нибудь на всякий случай. И кстати стекло вот здесь тоже играет роль э, защиты от спавна мобов. Мобы не спавнятся на стекле, они спавнятся только на нормальных сплошных блоках. Поэтому после строительства обязательно лифт снесите нафиг. И конечно же вот здесь тоже надо поставить полублоки, чтобы никто не спавнился. Теперь достаем нашу наковальню. И используем нашу э, бирку и даем ей имя, любое название. Например, под, поставь лайк. После этого бьем обычного совершенно зомби и ставим его в ловушку. Важный момент транспортировать лучше всего ночью, чтобы он не подох. И переименовывайте его. Прикол в том, что переименованные мобы никогда не деспавнятся. То есть обычный зомби исчезнет, как только вы дойдете слишком далеко. Этот зомби будет пожизненно стоять здесь. И своим присутствием он должен пугать, и, вот, пугать наших носатых, которые будут от страха спавнить железных горемов. Когда э, зомби находится близко от жителей, носатые начинают впадать в панику, и у них случается истерика, и они начинают гораздо быстрее спавнить железных големов. Вот как работает система. Теперь обратите внимание, что у нас дырка-то четырехсторонняя. Нам теперь нужно построить ровно точно такую же вандервафлю с такими же тремя насатами и с таким же зомби, но с другой стороны. То есть в зеркальном отображении все то же самое. Запомнили эту штуку, смотри, как она расположена. Поняли, поняли смысл. Теперь. Ну что, ребят, давайте заценим. Второй сетап мы построили. Давайте поставим этот сетап. И посмотрим, сколько чего получится. 10 минут, поехали. Наконец-то машина заработала. Важный момент, почему она не работала у меня раньше. Категорически необходимо, чтобы жители перед тем, как были напуганы зомби или зомби увидели жителей, они должны один раз поработать, то есть их нужно оставить в их комнате на один, на один рабочий день, чтобы они поработали хотя бы один раз и поспали один раз. И у жителей должна быть обязательно профессия, только жители с профессией в состоянии а, непосредственно создавать железных гаремов. Обычные жители, увы, этого делать не умеют зеленые такие дела важный момент как узнать работали ли ваши носаты во первых по звукам например он на тяжелый металлический звук также вы можете узнать о том работали ли ваши носаты или нет включив в настройках звуковых субтитры дальше внизу справа будет надписи типа того что например жители перелистывает страницы это говорит о том что житель работал с uh, вот этой штучкой у него будет звук там что-то там гринстоун там наковальня чего-то там сделалось и так далее. То есть смотрите по звукам, по звукам легко определить, кто чем занимался. Это классно, клево, и интересно. Давайте глянем еще раз. Теперь. Еще один баг. Если у вас голем спавнится внизу, убедитесь, что у вас нет жителей вне вашей конструкции, потому что они тоже могут же големов э, спавнить, как в моем случае. Видите, вот эти носатые заспавнили мне это и ломают всю систему. В таком случае убивайте жителей или убирайте их дальше, чем за 64 блока от этого конструкции. Спасибо за просмотр, за подписку, лайки. С вами был Герон. Всем удачи, всем пока и фуру вам бабла. В принципе, кстати, между вместо заборов можно использовать обыкновенные, как их называют, ворота. Тоже работа, рабочая тема, как оказывается.